Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы предлагаем вам научиться выполнять несколько движений, которые вы можете делать каждое утро, не отходя от кровати. Итак, сядьте на пол, расположите ладони точно под плечами, выстроите позвоночник в длину и начните с дыхания. С выдохом округлите спину, толкните животом позвоночник вверх и натяните себя от макушки до копчика в длину вверх. И со вдохом разогнитесь. Вдох, потянитесь далеко-далеко в длину, вперед, не зажимая шею сзади. Еще один раз выдох, круглая спина. Подготовьте позвоночник к дну. Хорошо. И выдох. Опять-таки движение постарайтесь синхронизировать с дыханием. И выстроите позвоночник ровно. Небольшая ротация. Левую руку уводим под правую. Потянитесь за рукой как можно дальше, сгибая опорный локоть. Отлично. И возвращаемся обратно в исходную позицию. Такое же движение мы повторяем в противоположную сторону. Мышцы живота приклейте к спине. Хорошо. И вернуться обратно. Шагните руками чуть дальше. Мы добавим немного силового движения в наше утро. Натянуть позвоночник, сгибаем руки в локтях. Постарайтесь не сводить лопатки. И с выдохом мы вырастаем наверх. Сохраняем длину позвоночника, выполните еще 4 отжимания. Локти старайтесь удерживать по направлению к талии. Макушкой вырастаем в длину. И выдох. Последний раз то же самое. Вдох вниз. Хорошо, выдох наверх. И мы садимся на пятки. Уведите левую руку к бедру, потянитесь правой рукой вперед. Расправьте весь правый бок. Ягодицы остаются сидеть на пятках. Молодцы. Еще один глубокий вдох. Смена стороны. Вытолкните левую руку вперед. Правая рука возле бедра. И опять-таки постарайтесь шагнуть руками как можно дальше. Полной грудной клеткой вдох. Медленный, спокойный выдох. И вывели руки перед собой. Поднимитесь круглой спиной наверх. И скользите правой ногой вперед. Оттолкнувшись руками, вырастите вверх и потянитесь за руками вверх. Натяните позвоночник. Пятка задней ноги развернута точно в потолок. Опускаем руки вниз и ложимся на бедро. Почувствуйте мягкое натяжение в правой ягодичной мышце. Несколько секунд паузы в этой позиции. В принципе, вы можете вывести руки перед собой, а можете их оставить под плечами. Полной грудной клеткой вдохнули. С выдохом мы медленно поднимаемся наверх и меняем сторону, вывели ногу под таз и смена стороны. Вдох, потянулись вверх, движение больше вверх, а не назад, спину мы не сжимаем, через вытяжение опускаемся вниз, освобождаем левую ягодичную мышцу, несколько секунд пауза, стараемся дыхание не задерживать. Хорошо. И медленно поднимаемся наверх. Подтягиваем две стопы друг к другу и садимся на пятки. Медленно круглой спиной мы поднимаемся наверх, уводим руки назад и вдох. Расправляем переднюю поверхность корпуса, раскрываем грудной отдел позвоночника. Постарайтесь дотянуться как можно выше вверх, не зажимая спину. И возвращаемся в вертикальную позицию. Начинайте каждое утро с движения, и вы будете заряжать не только себя позитивом, но и всех окружающих. Хорошего дня!